Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть и предлагаю приготовить салат с баклажанами и куриной печенью. Сочетание необычное, но очень гармоничное. Сразу и непонятно, из чего же он сделан. Салат получается нежным, а свежесть и хрустинку ему придают свежие огурцы и маринованный лук. Количество продуктов берите в любых пропорциях, а список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Сначала замариную лук. Я беру фиолетовый и режу его полукольцами. Добавляю воду, уксус, размешиваю и пока оставляю. На растительном масле обжарю до готовности баклажаны, порезанные кубиками среднего размера. Выкладываю в салатник и на той же сковороде на масле с двух сторон обжариваю куриную печень, предварительно помытую и обсушенную. Небольшими кубиками режу огурец. Отправляю к баклажанам. Сюда же добавляю резаную петрушку и укроп. Остывшую печень тоже режу небольшими кубиками. Друзья, смотрите на моем канале и другие не менее интересные рецепты с баклажанами, в том числе и выпечку. Ссылки вы найдете под видео. С лука сливаю жидкость и отправляю его в салат. Добавляю соль и при желании специи. Я воспользуюсь черным молотым перцем. А также кладу зубчик тертого на мелкой терке чеснока. Осталось только хорошо размешать салат. Масла я сюда больше не добавляю, так как считаю достаточным того, на котором жарились баклажаны и печень. Но при желании сюда можно добавить даже майонез. Кстати, такой салат можно подавать и в теплом виде. И если ему дать настояться минут 20, он станет еще вкуснее. Салат очень самодостаточный, поэтому я его обычно подаю как самостоятельное блюдо. Но также его можно подать как закуску на праздничный стол. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на канале и другие мои рецепты, а также подписывайтесь на канал Есть Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.